В дополнение к мясным блюдам предлагаю приготовить вот такой простой и очень вкусный салат из овощей. А пикантности и неповторимости салату придаст наличие тмина. Пробуйте! Дополните свою коллекцию овощных салатов именно этим блюдом. Его также можно заправить майонезом или сметаной. Подать такой салат можно и на праздничный стол, и просто на ужин. Угощайтесь! Пекинская капуста 200 грамм. Морковь 1 штук. Сыр твердый 100 грамм. Тмин 1 щепоток. Оливковое масло 20 грамм. Лимонный сок 2 столовые ложки. Количество порций 3-4. Пекинскую капусту нарежьте и выложите в салатник. Морковь потрите на мелкой терке. Добавьте тертый сыр и немного тмина. Добавьте немного лимонного сока и оливкового масла. По вкусу посолите и хорошо перемешайте. Приятного аппетита!